Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру зомби против растений или растения против зомби. Есть у нас бонусные Нет, ладно. Так, на чем мы остановились, ребята? На 8 уровне. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас здесь будет. Так, зомбари. Здесь мы уже у нас слоты есть. Берем вот этого. Так, что еще берем? Кого? Так, вот этих берем. Орешек берем, замораживатели берем. И берем вот эту новую штучку, которая 150 стоит. Мы ее проверим, испробуем. Чем, как она, что она делает. Так, сразу садим растение первое. Под солнышек. И собираем солнечную энергию. Так, я их буду называть монетками. Ну нет, хотя нет, не буду я монетками называть. Это солнечная энергия, это не монетки. Так, ну все, ждем. Так, вот это садим сюда. Так, идет у нас уже зомбик один. Сейчас мы туда посадим горохострела. Сейчас нас насобираем, подожди немножко еще. Так, все, сюда его посажу. Пускай стреляет пока. И мы продолжаем сажать подсолнушки. Так, хорошо. Все, теперь будем линию обороны ставить. Так, вот эти зелененьких сюда. Горошек посадим. Линия обороны. Да давай, ладно, я буду садить еще и подсолнухов побольше. Чем больше подсолнухов, тем лучше. Но надо не забывать ставить еще и защиту. Чтобы она работала уже сразу. Так, давай орех посадим, потому что он долго очень. Потом восстанавливается. А мы уже посадим сюда орешек. Так, ждем. Так, вот идет зомбарик. Срочно мне нужно стрелять в него. У него эта шляпа, которая его защищает. Надо ее пробить сначала. Так, и все. Так, линия уже готова полностью. Теперь будем садить еще орешки. Что еще будем? А возле орехов будем садить вот этого пожирателя. По идее, он должен будет пожирать. Если мы его сюда посадим. Так, этот гад, смотри, этот ест мой. Блин, растение мое сожрало. Ах ты, вонючка. Успеет его убить или нет? Вот вопрос. Ах ты, он его не успевает. Блин. Ладно, давай. Не успел. Так, что ж делать-то? Давай пожирателя сюда посадим. Он его сожрет. Угу. Так, а здесь надо будет растение вот это вот. Подсолнышек убрать. Пока временно. Посадить горохострел. Потом мы посадим. Нормально все будет. Все, убили наконец-то. Так, что же делать дальше? Так, если такая у нас проблема произошла. Надо будет сейчас нормального посадить сюда. Так, а сначала орешек сюда посадим. И что делаем? Подсолнышек вот сюда посадим. Сюда стрелка одного. Так, и срочно орех нужен. Ё-моё, я не успею, он сейчас сожрет его. Так, давай уже этот, проглатывай. Сейчас он пока не проглотит, он не сможет его сожрать, понимаешь? Так, давай сюда этого посадим. Ах ты, успел сожрать, да чтоб тебя, а? Ну, ё-моё, вот он долго так проглатывает, что... Беда. Так, давай сюда, опять-таки, подсолнушки садить. И орехи. Орехи тоже долго что-то вот они восстанавливаются. Я не помню, можно будет прокачать со временем скорость? Или нет? Мне нужны орехи. Срочно причем. И мало очень солнечной энергии. Да, пошла бригада. Большая бригада. Так, замораживатель нужен срочно. Угу. Не знаю, успеем мы его. Но сейчас этого убьем, конечно. А, все, волна закончилась уже, что ли? Так, а это что-то за чувак такой? Нет, этого не помню.
А, он по два раза стреляет. А, за одно время он стреляет два раза. 9-й уровень. Поехали на 9-й уровень. Посмотрим. Ой, какая бригада большая. Так, для этого мне нужно. Подсолнух первый идет обязательно. Вот этот горохострел, вот этот берем. Орешек. Давай мину еще возьмем. И еще возьмем. А, бомбочку может взять. Да, давай возьмем бомбочку, поехали. Так, двойного. Двойной горохострел мне нравится. Так, садим срочно. Подсолнушки, быстренько. Ждем, пока накопится энергия. И сейчас мы второго сосадим быстренько. Чем быстрее я сейчас начинаю их садить, тем времени будет у меня посадить уже другие растения. Так, все, у нас две волны будет. Так, бомбочку сюда посадим. Пусть взорвется. Так. Кстати, бомбочку можно было вообще сюда посадить. Да. Хотя не факт. Так, орешек. Давай сразу посадим сюда орешек. На всякий случай. Так, ага, вот чувак идет. Все, горохострел здесь будет работать. На, получай. Так, подсолнухи в ряд посадили. А теперь надо будет чисто на горохострел деньги собирать. Так, сюда бомбочку посажу. Давай сюда бомбочку посажу. Как раз взорвется здесь. Так, ждем подсолнушек. Так, горохострел. Сюда вниз. Орешек. Так, это у меня такая теория. Видишь, у меня времени... А, нет, все-таки они идут все равно. Безразлично. Так, давай сюда бомбочку посадим. И сюда. Во. Так, и горохострел. Так, хватит мне 200. Да, 200 хватило. Мы сюда посадим. Так, сюда орешек. Все, двойной, как он работает. Ну да, он как бы что... место меньше занимает вот в этом плане только и все. Так, вот эта штучка бежит. Так, как же на тебя успела все-таки, да? Угу. Так, давай сюда двойной. Сюда одинарный, пусть так. Так, бомбочку вот сюда посадим. Бомбочку взорвется здесь. Так, подсолнухи садим. Так, орешек сюда посадим. Так, что-то я забываю подсолнухи садить. Ага, сейчас взорвется. Есть. Так, это бежит, бегунья. Бегунья бежит прям вообще. Ну, этот ее расстреляет, наверное. Успеет. Все, подсолнухами дело решил я. Так, орешек, куда же посадить? Ну, пока я, ладно, орешек не буду садить. Подождем, давай двойной. Двойной сюда посажу. Давай орешек здесь будет еще один. Чтоб прыгунья у меня не прыгала. Так, ну денег много у меня, поэтому чисто двойные буду садить. Ага, так, волна, ждем волну. Так, прыгунья прибежала. Так, взрыватель. Так, ладно, взрыватель пока не буду. А, быстрее, 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 солнышки собираем. Так, есть у нас орех. Давай сюда еще один орех посадим. Так, и двойного сюда. Все. Так, это сейчас взорвется. Надо будет еще сюда двойного посадить, пускай побольше двойные будут. И орешек, ждем орешек. Либо бомбочку сейчас подставим. Да, почему ж у меня этот самый, я не знаю, не в те клетки ставится уже. Не ставится, не в те, не попадаю я что-то в клетки. Так, орешек наконец-то. Вот сюда орешек. Так, это сейчас подзорвется. Тетечка-зомби. Либо она мой орех сожрет.
Ага, сожрала мой... не орех, а, господи, а растение. Ёлки-палки. Так, мне нужно орех. Ну, блин, ладно. Так, давай сюда его. Здесь посидит. Так, одинарный. Ну что ж, давай одинарного тоже садить. Ну, куда деваться. Пока это двойной там родится, созреет, то время сколько пройдет. Либо подождем, двойной посадим. Так, куда двойной? Сюда, вниз. И наверх надо, точно, 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 наверх кого-нибудь еще посадить. Так, орех. Тоже сейчас прыгунья начнет прыгать. Надо еще орешек один. Так, пока придет двойной сидит. Я, видишь, не могу посмотреть, сколько там зомбаков осталось. Но я знаю, что большая волна будет идти. Поэтому мне нужен еще орехи. Орехи нужны. Так, вот двойной еще. Сюда я его посажу. Давай еще один подсолнух сюда я посажу и все. Мне нужно много-много энергии. Так, отлично. Вот сюда орешек. И у нас внизу только один орех остался. Ну, туда я бомбочку уже не успеваю. О, а почему бы мне вас всех не взорвать, ребята? Так, еще внизу остались, да, чуваки? Опа, письмо пришло. Справились мы с этими волнами. Привет. Вы about... ты говорил, что там атака для твоего дома. Мы к тебе придем. Короче, мы к тебе хотим прийти в гости. Написано, твои зомби. Угу. Конечно, придите ко мне, конечно, домой. Ну что, ребята, будем заканчивать серию, и у нас останется только еще один 10 уровень. Мы его обязательно с вами пройдем, но уже в следующей серии. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки этому видео, и подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы, всем пока-пока!